Продажа Кишиневского аэропорта снова на повестке дня. В публичном пространстве появилась информация о том, что инвестиционная компания NR Investments, принадлежащая миллиардеру Натаниэлю Ротшильду, завершила покупку кипрской офшорной компании, которая принадлежит 95% Авиаинвест, взявшей в концессию аэропорт Кишинева. Также сообщается, что кульминацией этой сделки стало взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, включая министра экономики и инфраструктуры Молдовы Вадима Брынзона и премьер-министра Майя Санду. Заявлением по этому поводу уже высказался глава государства Игорь Дадон. По словам президента, на последнем заседании Высшего совета безопасности, созванном 23 августа исключительно для обсуждения этой важной для страны темы, руководители всех ответственных учреждений, включая министра экономики и инфраструктуры, проинформировали совет о блокировании этой сделки и невозможности ее завершения. «Я все время выступал против решения правительства о сдаче аэропорта в 2013 году в концессию, потому что материальный ущерб и риски для национальной безопасности, связанные с этой мошеннической схемой, огромные. Та же позиция была высказана и руководством правительства на этой встрече в ОСБ. Если после заседания Совета некоторые государственные учреждения действовали в противоречии с тем, что было согласовано на заседании 23 августа, это очень серьезно, и компетентные органы должны расследовать этот факт, чтобы не допустить дальнейшего ущемления интересов Республики Молдова», – подчеркнул президент. С заявлением поспешило выступить и правительство республики. В нем отмечается, что премьер-министр Майя Санду и правительство были проинформированы постфактум о подписании договора о приобретении 95% акций Авиаинвест компании NR Investments и только после того, как об этом было открыто объявлено. Майя Санду и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзон сообщили представителю NR Investments, что концессионный договор является противозаконным и имеет серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что в настоящее время его изучает прокуратура. Впоследствии этот вопрос обсуждался на заседании Высшего совета безопасности, на котором представители Министерства экономики и инфраструктуры и уполномоченных органов подтвердили, что договор концессии является противоправным и имеет серьезные проблемы с законом, говорится в заявлении. Также сообщается, что правительство продолжит работу с правоохранительными органами по расторжению договора концессии Кишиневского международного аэропорта.